Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Крилин, и... Ой, да какой простой Павлик! Окей, короче, и мы сегодня будем играть в Build Battle. Да. Ну что? Мы будем, если что... Подожди, Саш, если что... Саша, да, напоминаю, я Паша. Короче... Ого, 23 из 32. О, окей, выбери. Я тебя приглашу. Валяй. Отлично. А мы уходим на паузу до игры. Объясни. Ребят, если что, короче, мы здесь играем все время командной. И заходите на этот сервер, и вы нахуй... Эту часть всего я выигрываю, но однажды было тоже такое. У меня было предпоследнее место, а у пахана второе. И, кстати, если вы хотите с нами играть, присоединяйтесь на этот сервер. Мы скинем... Короче, пишите в комментариях, мы вам скинем свой скайп. И потом уже там с вами почему свяжемся. Почему скайп? Просто скинем. И там будут всякие тыры-пыры, тыры-копы, ну вы поняли. Господи, как я давно паркур не проходил. Ой-ё, я ещё мог паркур пойти по... Я сейчас музыку буду слушать, ребят. Самое полезное, это, по-моему, беспроводные наушники JBL. Самые полезные. И нам надо построить свечу второй раз? В смысле второй раз? Короче... Мою тарелку построить? Короче, я играл без тебя, и мне надо было построить свечу тоже. Давай тарелку построю, где будет сама свеча, а ты построишь саму свечу. Нет, я построю человека. Окей. Без этого не обойдется ни одна моя карточка. В смысле? Я всегда человека строю, ты что, забыл? А, ну. Где чё можно... Включить? Мне включить Bad Guy? Как его? Ла-ла-ла? Это которая, не помню. Надо... Включи попугай без авторских прав. Спорту, и, вот тебе. Включи музыку без авторских прав. О, моя любимка. Между нами пострелять, между нами пайпа, опа, опа, тебя, тебя, тебя. Я просто одним слушаю. Мне просто рад всегда. Тебя, окей, тебя, ты только тебя. Только не забудь то, что нам надо тут построить, блин. Окей, ну если что, я просто напиваю. Тебя бедный врач не сказал, между нами стрель. Если что, я просто напиваю и строю одновременно. Одновременно. Абсолютно оригинал, что вы, это не кавер. Окей, дальше мы сделаем, наверное, футболку. Да, ребята, если что, я не умею строить. Если что, я не снимаю. 1, 2, 3, 4. Окей, окей. Как думаешь, когда у меня будет новое видео? Наверное, через год. Да, и это будет вторая часть по выживанию нашему. Кстати, ставь на ссылке мой канал. Окей. В описании будет ссылка на его канал. Ты бы видел со стороны. Да не постреляет. Нами пальпал, папа, ты даешь сердце, остаешься там. Слушай, мне кажется, то, что мы сейчас как Анфайни и Гоша, только играем не на хайпикселе. Да. Ребят, если вы знаете Анфайни и Гошу, ставьте лайк. А если вы не знаете Анфайни и Гошу, то оставляйте комментарий, не зная Анфайни и Гошу. Вот такие вы прошли. А у тебя белая керамика. Так. Белая керамика, это типа кожа. Всё, новый Мерин. Ну на ней авторские права не надо. Не, чувак, если честно, ты на моем ДР просто как бы... Почему ты реально просто на моем ДР просто сидел и играл в Барал? Ты хотя бы познал... Я ждал, когда мы пожрём всё. И, ребят, если тоже так делаете, ставьте лайк. Если приходите... Нет, ну это обидно, конечно, что ты, типа, пришел на мою ДР, а в итоге ты, чтобы пожрать просто. Ну, как бы мы тусились. Ну, ты просто играл в сторонке. Короче, вы не знаете, что случилось. Короче, сегодня я приходил к пахану на ДР. Да, у меня 11 декабря... Было 11 у него ДР. Частицы огненные. Так, окей. Вот.
Бам-бам-бам-бам. Потом бам-бам-бам-бам. Тут типа он держит за такую вот тарелку. Окей. Тут она... Не лень. Могу себе позволить. Могу себе позволить. Окей, сделаем примерно вот так, потом так, так. И... Нормально. Так, ну окей, примерно типа падает. Кто не слушал Чупа-чупс? А? Нет. Знаешь трек Чупа-чупс? Нет. Это матерная песня? Я тебе скину ее в ВК. Окей. Конфетка, ты хочешь Чупа-чупса? Надер ты, на-на-на. Это вкус банана. Ты моя конфетка, ты хочешь Чупа-чупса? Надержи, на-на-на-на. Надержи, на-на-на-на. Стоит 4 рубля в нашем магазе. Сейчас голову сделаю, я убрал белый цвет. Это матершинная песня, Сача? А? Это Сача матершинная песня. Я бы ее с радостью включил у нас на ДР, но не получится. Да. А то на маньке будет пизда. Да. Чупа-чупа, ну там я буду сзади. Чупа-чупс. Дэм-дэм-дэм. Дэм-дэм-дэм-дэм-дэм. Раз, два, стрис. Раз, два, шоколад, стрис. Да. Что нужно сладкое? Ты шоколадка. Вся переделась эти... Чё ж? Чё? Что сделай? Голову. Я сейчас делаю. Ты думаешь, что я делаю? Давай тебе помогу. Давай. Все равно потом делай глаза. Чупа-чуп. Окей, пахан, ты делай пока волосы. Чики-бамбони? Окей, короче, сделай волосы пока. А то, блин, с твоим чинем. Ребят, знаете этот мем? Опять же, ставьте лайк. А если хотите ставить лайк, то подписывайтесь. Или мы придем к вам ночью, и вам будет... короче, будьте нормальными. Так. Теперь. Чувак, я горячий мексиканец. Ой. Я горячий мексиканец. Выходи со мной на танец. Да нет, я хотел типа сказать чики-бамбони, а в итоге сказал это. Обычная овца, это вам не просто сленг. Подожди, как там поется? Это вам не просто тренд, это необычный сленг. Это вам не просто мем, это настоящий сленг. Чики-бамбони правит миром. Не знаю, ты хоть и слушать мне, даже не стены, не связать. Но необычная овца, это вам не просто тренд. Чики-бамбони. Я еще думаю сделать. Их огромная семья. Чики-бамбони, чики-чертила, чики-бамбалейла, чики-бом-бом. Кстати, Саш, помнишь Лейлу? Она же у нас есть, типа, у меня в классе она есть, во-первых, а во-вторых, она была у меня на дыре бамбалейла, нормально так. Она у тебя в классе? Да. Ты еще не знал? Ха, конечно же, нет, мне пофиг на тебя. Если бы ты была так-то обидно, конечно. Чики-бам хай, чики-бам бок, чики-хо-дог, чики-бам балейла, надо поторопиться, блин. Чики-бам басти, чики-бам бони, это не кафе. Пиццу наш кудрявый дух не ест. Это типа крипер. Да, я понял. Надо плодиться, как хомяк. Давай сверни. Хотя нет. Погоди, погодь. Бам. Бам! Вот, ребят, короче, наши... Чики-бам-бони, чики-бам-бомбонки. Ну это окей, обычная свеча. Чё тут говорить? Это вообще, блин, пиксель-арт в воздухе. Который похож больше на перо. Ты чё молчишь? Чё, я музыку слушаю. Окей. Не лось.
Да, тут как бы объемные, но все равно. 8 минут было. Тем более это еще и парные. Сделали тогда хотя бы, не знаю, книжку бы типа освещало. Ого! А, не, это катапульта какая-то, чувак. Пуп. Ну Америка, это вообще... This is America! This is America! Ну, это вообще не свеча. Дай скажу своим подписчикам и твоим. Кто смотрит, кто слушает Suburbana, ну, то есть Suburban, и Моргенштерна, тот ставит лайк. Я слушаю только Моргенштерна. Ужасно. Ставь your face. Ну да, тут вообще не так нет. See, ставь your face. Ну, тут хотя бы что-то посмотрели. Ну, блин, 8 минут, 2 игрока, чё? Просто свеча. Пуп. Ребят, мы оцениваем чисто. Ну, это свеча. Это свеча. Саш, то ты молчаливый, потому что не можешь говорить. Но теперь я молчаливый, потому что слушаю музыку. Ну, кстати, хорошо, я понял этого персонажа. Это Джин. Джин и лампа светится. Ну, я поставлю ногу. Наверное. Ну, я поставлю хорошо. Ну, тут хотя бы. Я понял, типа, это свеча из лампы. Свеча из лампы? Ты мне мозг сломал, чувак! Это, здесь даже, кстати, не свеча. Здесь... Человек здесь какой-то недостойный. Отвратительный. Солнышко! Хэштег солнышко! Это типа, где несколько свечей такая штуковина. Ну, окей. Нет, пуп. Ну за 8 минут реально. Можно было намного больше построить. Пуп. Ребят, реально, не знаю, ну за 8 минут можно было построить. Это типа стол со свечами. Дональд Макрональд! Дональд! Восхитительно! Я все-таки окей поставил. У меня просто чё? Хорошо. Эпик. Фу ты гуд. Ну слушайте, тут хоть и просто свеча, но она большая, поэтому ставлю. А то это за 8 минут тут даже ножки проработали. Я думаю, это один из претендентов. Наши. Пока, ну тебе больше не писем, похоже. Я думал, он будет претендент на победу. Наша, отлично. Ну, взял, наверное, но... О, эпик. Эпик, это восхитительно? Это легендарно. Нет, я все-таки гуд. Легендарно, кокаина, ну, тут как бы... А, понял огонь. Блин, не успел поставить эпик. Все, бэдгай. Я слушаю Бэтгай. Я думаю, мы... Это чувак со свечой. Ну, слушай, эпик. Нормасик. Хэпахам. Ну ладно, нормасик поставлю в честь тебя. Ивангай! Погоди, у него же тоже зеленый. Чувак, я сейчас прослежусь. Знаешь что? Я когда покупал, короче, это наушники, там колонку, JBL, вот это все, Powerbank, я когда покупал, я увидел Ивангая по телевизору. Я просто проследился. Вот это вот вообще не свеча. Короче, там, где Эльдорадо, там типа VR продажи, ну как VR продажи, типа дают на прокат VR. И там по телевизору шел Ивангай. Типа я слышал его голос и квартиру. Я прям просадился. Я поставил окей. Хорошо, это мой новый парень. 8-800-5-5-3-5. Свеча в жопе. А, я знаю, это... Блин, я поставил отвратительно. Я знаю, такие свечки, которые вставляют, и после них нету запора. Ребят, простите, если вы сейчас едите.
Тебе мама Всё, дома? Все, сейчас скажи, будут результаты. Да. Стой. А кофига у нас... В смысле? Чё? Я согласен, что это победил, но я не согласен, что нас на такое место поставили. Слушай, давай в прятки. Прятки мне прям понравились. Нет, мы же сейчас записываем Build Battle игру. Ну блин, давай в прятки. Окей, давай один сейчас раз... запишем вторую игру по Build Battle, потом запишем по пряткам. Окей? Окей. Короче, я так сейчас хорошо паркурил, но блин, упал на таком-то помблоке. Если вы уже посмотрели серию про прятки... Чувак, смотри, где я сейчас пройду паркур. Где? Давай. Тихо, я тебя сейчас приглашаю, типа, чтобы мы вместе были. Если вы уже смотрели серию по пряткам, то... То если что, мы это записываем до пряток. Давай. Чувак, посмотри, где я. Я вижу. Нафиг. Давай, прыгай. Здесь чувак, я ему помешаю. Так, тема... Да, тему потом сами... Тема выбирает сама сервер. Если напишешь чат, то это не значит, то, что именно эта тема будет. А они думают то, что... будет тема «Дом на дереве». Если сейчас будет реально тема «Дом на дереве», то я просто буду... Я просто буду горать. Ща-ща-ща! Слушай, тогда надо будет писать чат тему «Ничего». Типа «Ничего». Папахан, слушай, ты не прошел паркур. Вот тебя вижу. Спалился. Так я же сказал, что я упал. О, чувак, я снова здесь. Опять. 31 из 32. Пошли максимальное количество. Все, пахан, максимальное. Все, чувак, я мог пройти паркур, но у меня автопрыжок этот сделал. О, лол, тупо лол. Сейчас просто убираю автопрыжок. Блин, я тоже окей. И вторая игра. Прыжок. Что нам надо построить во вторую? Ща-ща-ща. Чего? Я дерево строю, чувак. Стой, у меня вопрос. Он написал «Дом на дереве». Вопрос, как он угадал? То, что дом на дереве будет. Чувак, а может просто подкупил, типа? Слушай, тогда так не надо каждый раз писать тему. Стой, пахан, из другого. Да ты офигел! Из этого будем. А какая разница? Ребята, вы знали вот такую вот функцию? Если... Стой, поставь этот блок сейчас. Какой? Дерево. Давай. Короче, если нажать на колесико в Build Battle, то ты можешь получить этот предмет. Да почему сразу в Build Battle, можно просто в любом? Да, в любом, не только на этом сервере. Окей. Вот такой может достаточно. Вот такой. Окей. Так, тут сделаем ровно. Все, отлично. Я сделаю листву. А я просто сделаю корни, типа. Окей, пока ты начинаешь твой дом. А я пока буду дерево. Да блин, я корни делаю. Чувак, да я паркурщик. Так, пахан, надо сделать лестницу, типа. Олдын. Здесь сделаем тут, типа, нижний слой будет.
Теперь что мы сделаем? Мы сделаем... Я пока что сделаю лестницу. Получается лес. Я пока что сделаю лестницу наверх. Так. Я думаю, примерно вот тут вот у нас будет. Какой-то маленький у нас домик, конечно. Будет. Ну, мы как бы... Ой, а я знаю, как сделать. Подожди. Так. Ну, делаем доски. Блин, у меня бутылка упала, окей. Я знаю, типа, как сделать. Типа, вот так вот будет у нас. А, вот, подожди. Теперь понял? Хоп. Иди, я сам сделаю. Не, ну ты дурак. А чё? Я хотел с полублоков. А, ну, сделай полблоки внизу, чтобы было более симметрично. Я уже убрал, господи. Ладно, сейчас. Ок, вот это. Я буду тогда заниматься дома. Попугай, барсук, мышь, крыса, бурундук. Попугай, барсук. Барсук, мышь, крыса, бурундук. Ребят, ставьте лайки, если... Блин, Ахан, а ты считал, какой раз мы уже лайки просим? Нет. А я думаю, уже я раз сотый. Слышишь, что ты просил? А? Я даже не слышал, чтобы ты просил. Потому что я музыку слушаю. А я об этом и не просил. Барсук, мышь, крыса, бурундук. Угай, барсук, мышь, крыса, бурундук. Саш, заметь, сколько мы просим писать в Skype, сколько мы просим писать наш номер, никто так и не написал. В том, что мы никому не нужны. Так, теперь что еще надо сделать? Вот так вот. Еще. А, я не могу все время, у меня криво получается. Так, тут уже сделаем, наверное, из березовой. Оп. А у меня есть идея другая, можно сделать просто ступеньки, типа, чтобы подняться на полублоках. Погоди. Окей, типа, потом еще внутреннее оформление. Так, теперь надо вот тут вот сделать. Типа стена будет. Попугай, барсук, мышь. Блин, я сам запутался, где вход. Вот, отлично. Факела. Во-первых, факела. Так, это у нас декая. Потом... Можно еще сделать примерно вот так вот. Короче, печь, верстак, сундук. Окей. А я строить научился, чувак? Да неужели? Кей, ты будешь играть сольную? Нет. Так. Окей. Блин, нет, не тут. Так, теперь так, так. Окей, сделано. Дальше что мы берем? Мы берем стеклянные панельки. Возьмем тогда зеленые. Сделаем тут коврик тогда. Зеленый тоже сделаем. Логично. Окей. Вот тут-то стеклянные панели. Вот тут-то стеклянные панели. И вот тут стеклянные панели. 2 минуты, чувак. Можно еще сделать примерно вот тут и вот тут. Здравствуй. Здрасте, ёпты. А теперь заделываете дырку. Ну ты видишь, я проход делаю. А как бы, Пахан, как бы проход-то там есть. Да не только ты, дурак. Будет еще здесь проход. Типа тайный. Окей, делай ступеньки. Все равно нет. Да Пахан, блин, да не надо, вот тут. Лестница есть. Да Пахан. Да блин, дай сделать. Все, вот так. А это... Если что, можно быстро спускаться. Понял? Окей. Типа 2 выбора. Окей, знаешь, что еще? Можно еще тут лианы сделать. Все, чувак, вот так. Ну окей, ты тогда сделай там еще чуть-чуть. Кроватку добавь, к примеру. А я тогда сделаю растительность.
Окей, за все, занимайся декором дома. Декором? Да, типа. Окей, а я пока возьму костную муку. А какую ставить, голубую? Ой, да любую. Лучше лаймовую, типа... чтобы было под цвет. Конечно. А, да. Ну, типа, я имел в виду, типа, ну, ты понял. Окей, делаем тут всякую травку. Окей, еще надо убрать тут лестницы. Блин, я не успел сундуки дополнительные поставить. Нифига. Ну, типа... Ну, хотя бы сделал. Ну... Это та песня, которую я думал. Блин, которую ну, я тут... Нормасик, нормасик. Какой нормасик? Тут только дерево сделано. Ну, хотя бы человек постарался, сделал хотя бы дерево. Да, ну, сделано, только... Гуд. Я думаю, это сегодня можешь победить. Это один из... Оно же сегодня не построено. Не достроено, точнее. Да, но это один из претендентов. Будет на победу. А, ну я его понял. Это будет один из претендентов. Ну, типа, да, нормально. Здесь вообще дерева нет, здесь только дом, не хочешь. Да, вот, ну, есть дерево, но очень маленькое. Ну, окей. О, ВК, точно, я же забыл про ВК, там же песни могут. ВК быть. Ну, я поставлю окей. Все равно. Ну, декок тоже не знаю. Собственно говоря, Так, я вообще не вижу, я сейчас просто в ВК сижу. Гуд. Гуд. Я ставлю гуд. Это где? Это сделано круто. Говори, давай тогда говорить цвет. Вместо гуд, типа, и так далее. Ладно. Блин, вот то же самое. О, здесь второй этаж есть. Я желтый ставлю. Я поставлю на вас. Да блин, я же говорю, давай называть цвет, как блок, который мы ставим. Нормасик, это как называется оценка? Цвет блока, типа желтый и так далее. Окей, светло-красный. Оранжевый. Светло-красный, это окей. Они тут, да, на деревом заморочились больше, чем А здесь вообще есть вход? Оранжевый. Светло-красный. Хотя нет, розовый. Ну да, оранжевый. Оранжевый, это розовый. Блин, да тут капец, блин. Надеюсь, тут не будет на зелё. Желтая. Блин. Да, тут дом не достроен, но, блин. Я ставлю желтую. Это эпик. Это капец. Я думаю, это сегодня и победит. Скорее всего. А вот тут на окей только. А наше уже было, просто я пропустил. Это только на. Оранжевое. Стой, в смысле за свою постройку? Чего? В смысле? Стой. А в смысле? А с кем я строил тогда? В смысле? Ну я-то строил с тобой. Вот это наши. Вот наши. А чё нафиг? И с кем я тогда буду? Чё? Ну? В смысле ты два раза подряд? Как? Это просто как? Тут дома вообще нет. Ну, а как я мог сразу в двух быть? Ахан, это же невозможно. Типа то, что я. Окей. Ну, это просто как, ребят? У вас когда-то такое было? Ну это просто как может быть?
окей. Чё молчишь? Я прохожу тест по Fortnite. А я походил тест, кислая или бурундук. Ребят, помните отсылку? Это, короче, китайские пельмени. Мама, одноклассника. Папа смотрит с этой стороны. Ну, гуд. Чувак, мне подарили стикер Fortnite. Да, мне подарили стикер Fortnite. Красавчик. Вот тут я поставлю нормально. Я тебе могу скинуть сейчас. Я могу скинуть. Как ты вообще оцениваешь? Нет. Да. Так. Ну, не знаю. Нормасик. Я вообще не оцениваю, если честно. Так, это было... Да, это было последнее. Сейчас будут оценки. И, надеюсь, у нас не последнее место. И у нас... Предпоследнее место! Чего? Надо было всем отразить и наставить. Ребят, слушай, а давай теперь, короче, все, я музыку выключаю. Стой, погоди. Сейчас-то мы будем прощаться. Стой, выходи. В лобби, битве строителей. Окей, все. Потом в прятки. Да, мы еще будем прятки записывать. Чувак, а ты в курсе, что сегодня пятница? 13-е. Давно, блин. Окей, вставай рядом со мной. А ты вообще где? Я, пахан, я как бы тебя ви... Ты дебил? Подумаешь, задом хожу. Давай вон туда вообще. Да, блин. Окей, ребята. В этой игре нам надо было построить дом на дереве и... Ты помнишь, что нам надо? И свечу. Короче. А там Ак Браул Старс Лего за донат. Места не очень. Но окей. С вами был Хилин и Павлик. Всем удачи, всем бай-бай. А мы пошли записывать прятки.